Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia C31. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим «Не беспокоить». Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь режим «Не беспокоить». Находим, нажимаем на него и включаем. Если хотите выключить, нажмите опять на него. Если хотите перейти в настройки данного режима, то можно зажать пальчик на нем, и таким образом мы попадаем в настройки. Здесь мы можем настроить исключение для режима «Не беспокоить», то есть выбрать пользователей, приложений, различные уведомления, от которых мы будем получать сигнал при включенном режиме «Не беспокоить». Можем не настраивать это и просто ни от кого ничего получать не будем. Можем настроить расписание, например, во время сна, какого-то мероприятия и так далее. Вот, мы можем ввести здесь название, например, тренировка, нажимаем «Добавить», выбираем дни, выбираем время начала, время окончания, там, допустим, отключать с будильником или не отключать. И здесь уже можем также настроить, либо использовать настройки по умолчанию для режима «Не беспокоить», либо задать особые настройки. Вот, и что? Таким образом мы добавляем расписание. Далее мы здесь можем настроить срок действия при включении через быстрые настройки. То есть, когда мы вот здесь включаем режим «Не беспокоить», можем настроить срок включения. Например, либо пока мы сами не отключим, либо, например, на 1 час, либо всегда спрашивать. И также можем настроить показ уведомлений. Мы можем либо отключить только звук уведомлений, либо полностью отключить уведомления, то есть вообще не будем получать их, вернее, не будем видеть, что их получаем. Либо можем также перейти в специальные настройки, и здесь уже для отключенного и для включенного экрана настроить все по отдельности. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Thank you.